Может, что не хватило для победы в сегодняшнем матче? Там много чего не хватило, на самом деле. Я перед игрой ребятам сказал, что после этой паузы на сборную для нас чемпионат, скажем так, стартует сначала, с нулевой отметки. Сегодня эта игра была очень важна, и прежде всего не хватило хладнокровия. Вот таких играх, которые решают очень многое, нужно хладнокровие. В принципе, в первом тайме, там, я не знаю, сколько моментов, я статистику еще не видел, но там ни на одну победу мы создавали. Да, забили, быстро гол пропустили в ответ, и у нас вот здесь уже началась суета, которой не должно было быть. Мы также владели преимуществом, но здесь нужно было включать холодную голову. Мы начали торопиться, мы начали искать этот момент для удара. И в итоге не получилось. Но в любом случае у нас сейчас очень важная игра впереди. С чем связывать быстро пропущенный гол после заезда? Я не смотрел, Здорово, там парень тоже брался, пробил. Связана ли замена Игоря Зайца с получением его предупреждения? Нам нужно было освежать фланги, потому что мы планировали очень активную игру в латерали. Нам нужно было добавлять там скорость.